Муромский калач должен стать брендом Мурома, известным за пределами страны. Такую задачу перед местными кулинарами поставил глава округа Муром Евгений Рычков. Об этом глава написал в своем Инстаграм. Идею популяризации муромского калача, с одной стороны, нельзя сравнивать с такими городскими проектами, как модернизация дорожной сети, реконструкция парков, строительство туристических объектов. С другой стороны, муромский калач может и должен стать таким же символом города, известным даже за пределами страны, как Илья Муромец, День семьи, любви и верности. Это все работает на имидж Мурома, а значит, влияет на его экономику, привлечение инвестиций. Конец цитаты. Для этого, по мнению главы, необходимы две вещи. Во-первых, по крупицам восстановить состав муки и секрет выпечки настоящего муромского калача. А во-вторых, сделать его уникальным, самобытным кулинарным продуктом, интересным для современного потребителя. Такая задача поставлена перед известным муромским шеф-поваром Александром Растуниным. Самые знаменитые хлебобулочные изделия Мурома пользуются популярностью у туристов. Уже сейчас они приобретают калач как сувенир. Если идея будет воплощена в жизнь, то из сувенира уже в скором времени он может превратиться в любимое многими лакомство.